Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том, как же все-таки заметки являются важной частью нашей жизни. Хочу рассказать о том, самый большой и простой пример, это был вчера. Я пришел домой, у меня не было интернета, я всячески перезагружал модем. Я все-таки позвонил на горячую линию моего провайдера, и они мне сказали, он закрыт ранее, то есть счет по неуплате, то есть приостановили мне интернет, хотя у меня еще есть 10 дней в запасе, непонятно почему, но я хотел зайти к себе в рабочий кабинет и не смог найти пароль, то есть ту бумагу, там где написан электронный адрес и пароль, который создается стандартно, после этого я не заходил, ничего не менял. То есть я всячески пытался найти и вспомнил, что когда-то зашел в заметки, в заметках я уже конкретно начал искать этот пароль, и я его нашел и продлил себе кредитный лимит. Так вот, это одна из тех историй, которые являются очень важными. Так же самое это могут быть какие-то ваши паспортные данные. Нужно будет там идентификационный код, просто серийный номер или еще какие-то карты ваши заполнить. То есть это вся та информация, которая будет вам доступна в любое время, в любом месте, даже не имея при себе этих документов. Это может быть все что угодно на ваше усмотрение, какие-либо данные для вас. То есть счета или еще какие-то пароли или еще какие-то там пин-коды, и не важно, что это будет, это действительно очень важно и помогает в нашей жизни. Обратите на это внимание, используйте так же, как и я. Я думаю, мы все будем только от этого довольны, никто от этого не пострадает, и одни будут плюсы. Но также не забывайте их ставить на пароль, чтобы они были запаролены, чтобы никто посторонний не мог их посмотреть. Вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока.